Ну что, друзья, я дождалась. Мои розочки открыты. Вчера вечером я начала открытие. И сегодня уже прям полностью весь мой сад открыт. И вот сейчас мы с вами пройдемся по саду. Ну и более детально уже будет видно, как перезимовали розы. Ну, я думаю, что в принципе зимовка на 4, может быть даже где-то на 4 с плюсом. Ну, чуть-чуть хуже, чем обычно, потому что, конечно, последние 4 зимы нас побаловали, а эта зима отыгралась за все 4 года. У нас было бесснежно и морозно. Итак, ну, пройдемся по саду. Итак, ну вот это вот Пьер де Рансар. Видите, он абсолютно зеленый до самых кончиков. Нет ни инфекционного ожога, ничего. Так, а вот это мой красавец Сезар. Ну, как видите, тоже абсолютно все с ним замечательно. Ну, а это, когда укрываем, идет все подряд в дело. Так, ну это штамп. Вот видите, тоже все с ним хорошо. Так. Вот это Линконин Хлючия. Тоже, посмотрите, абсолютно вся зеленая. Все здесь хорошо. Это у меня Диди Бриджвоутер. Ну вот, у нее такие коричневатые побеги, но это особенность розы. Некоторые розы выходят из зимовки с такими темными побегами. Это особенность сорта. Вот посмотрите. Видите, темный побег, но на нем вовсю колосятся почки. То есть, в принципе, побег нормальный, здоровый. То есть не спешите сразу резать побеги, если они темные. Иногда розы даже такого светлого оттенка, как Диди Бриджвоутер, она оранжевого цвета. Зимние побеги, вот, которые выходят из зимы, бывают светлыми. Вот здесь Симпати, как видите. Все замечательно. Вот это штамп Поль Ноэль. Так, вот здесь у меня Маритимка. Уже даже кое-где листики распускаются. Видите? Конечно, сейчас в саду полный разгром. Но ничего, пройдет несколько недель, все будет в порядке, все я уберу. Так, ну вот эта клумба, видите, вот уже кое-где вот такие листья на розах цветут. Пушкини, красавицы, крокусы. Так. Ну, вот это тоже штамп у меня. Все с ним хорошо. Вот это у меня жасмина. Вся зеленая, как видите. Так, ну вот здесь у меня Манстед Вуд. Вот здесь Дрим Вивьер. Видите, ни инфекционного ожога, ничего нет. Все замечательно. Так, ну вот здесь штамбы. Вот они мои, Надя. Так, это у меня мой красавец Шарль Азнавур. Так, ну сейчас подойдем. Так, Корал Дон. Вот иду прям вдоль побегов. Видите, все замечательно. Все зеленое. Вон там дальше Свит Лагуна. Как видите, тоже абсолютно все зеленое.
Так, ну пройдем здесь. Видите, результаты зимовки, в принципе, вполне достойные. Ну, есть кое-где прям единично инфекционный ожог. Вот такой сугроб из грибного у меня. Так. Ну, здесь у меня этот самый пируэт. Он... Муж мне помогает. Так, вот здесь штамп. Ютерсен Розен Принцессен. Ну, вот здесь немножко инфекционного ожога. Видите, вот. И все. Все. Ну вот, маленькую экскурсию мы с вами провели. Сейчас, сегодня ветрено, очень ветрено, поэтому в планах, конечно, было сделать обработку, но ее сделать невозможно. Ветер очень сильный, поэтому обработку перенесем. Так, сейчас покажу, еще у меня крокусы зацвели. Вот, смотрите, какие красавцы. Так, ну и здесь. Вот у меня штамп Оспорозариум Ютерсен уже. Смотрите, листики какие. Вот здесь у меня два штамба тоже лежат. Вот там вот дальше штамп этот Golden Celebration, а это Crocus Rose. Тоже все зеленое. Ну, сейчас пройдемся вот на ту клумбу, посмотрим. Немножко под укрытием подгорел самшит. Ну, это сострижется, не страшно. Вот. Вот здесь тоже, вот смотрите, я иду, все хорошо. Ну, как всегда, этот самый Эрик Таберли, вот видите, ну не без проблем. Вот он, инфекционный ожог. Так, ну вот здесь Инесс Сестры, видите, абсолютно вся зеленая, до самых кончиков, все замечательно. Так. Ну, здесь у меня остинки. Тоже все хорошо. Ну, а вот это, вот, посмотрите, какой страшный вид. Просто страшный. Это компассион роза. Ну, вот она всегда в таком жутком виде выходит. Еще я не резала стебли, но вполне вероятно, вот под этими черными стеблями кроется вполне нормальная древесина. Вот некоторые розы очень как бы необычного цвета выходят из зимы. И чтобы проверить, действительно ли роза подмерзла или это ее особенность, надо просто сделать срез. Так, ну вот это у меня... Summer Song. Так. Дарси Бассел. Вот дальше. Бенджамин Бриттен. Вот все здесь. Как видите, хорошо. Вот у нас уже соседи огороды пашут. Огородники. Не то, что я, белая ворона. Так, ну на этом я прощаюсь. Всего доброго. Так что желаю вам как можно более быстрого открытия. Ну а мы пошли наводить порядок в саду. Всего доброго. До свидания.